как наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без личного участия собственника. Если вы опасаетесь за принадлежащее вам на праве собственности объекта недвижимости, вы можете обратиться в офис Росреестра, кадастровой палаты или МФЦ с заявлением о невозможности государственной регистрации, перехода, ограничения обременения, прекращения права на принадлежащие вам объекты недвижимости без вашего личного участия или участия вашего законного представителя. В этом случае в ЕГРП вносится запись о таком заявлении. Для вашего удобства заявление может быть представлено в форме электронного документа, заверенного электронной подписью заявителя. Наличие в ЕГРП записи о невозможности государственной регистрации является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем. Запись в ЕГРП о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости или его законного представителя не препятствует государственной регистрации перехода, ограничения обременения, прекращения прав, если основанием для государственной регистрации права по заявлению иного лица является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава исполнителя в случаях, предусмотренных федеральным законом об исполнительном производстве и иных случаях, установленных другим федеральным законом. Однако в нашей практике встречались случаи прямой подделки нотариальной доверенности и подачи заявления о сделке с недвижимостью лицом, похожим на собственника. Дело в том, что паспорт выдается гражданам в 14, 20 и 45 лет. За 25 лет человек может сильно измениться. Такие изменения сложно предугадать, поэтому лицо, принимающее документы, допускает различия с фотографией на паспорте. Как бы ни была хороша подделка или насколько бы не был похож двойник собственника на собственника, такую подмену можно установить в судебном порядке. Поэтому такой способ защиты не избавит полностью от рисков, но может существенно уменьшить их количество. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.